Друзья, всем ассаламу алейкум, всем привет, как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо, мир вашему дому. Друзья, сегодня я бы хотел вам показать мои новые обновки. Это специально я купил для вас, чтобы у нас был качественный звук. Смотрите, это DJI, микрофон от компании DJI. Здесь все документы и все. Только что, друзья, купил, распаковал. Вот, вот такая красота. Смотрите, здесь вот. Теперь смотрите. Здесь получается вот такой кейс, он немножко дорогой, друзья, но стоит своих денег. Например, вот такой кейс есть, очень удобно, снимаете, и здесь получается приемник, который сейчас на телефоне, и плюс два микрофона отдельно. То есть можно с двумя микрофонами, можно параллельно с партнером говорить, и будет хороший звук. Я долго этого ждал, друзья, долго-долго. Я просто записываю на телефон. Почему так? Потому что на телефоне, у меня iPhone, и на телефоне всегда хорошая картинка. И у меня были зеркалки и так далее, но я понимаю, что это очень долго, это надо редактировать, это надо... Для этого нужен компьютер, время и много-много всего. То есть профессиональная съемка – это очень сложно. Я вот предпочитаю вот такую любительскую съемку, но, опять же, из-за того, что я в основном снимаю объекты, потом снимаю кафе, рестораны, здесь, видите, много шума, шумно. Но я сейчас купил, я думаю, что звук у меня хороший записывается, там еще сенсорный экран, и я свой звук вижу, как он записывает. И мне сейчас это первый, как бы, для испытания я записал, друзья. Так-то я про что-то хотел еще рассказать, забыл. А, да, кстати, мы сегодня, наверное, тоже с друзьями увидимся. Обзор на еду сделаем. Что-то такое сделаем. В общем, замутим что-нибудь. И все. Я не знаю, друзья. В общем, это все спонтанно получилось. Я решил себе купить микрофон. И вот тестирую его. Надеюсь, я вас это не отвлекаю. Вот такие есть еще от ветра. Вчера вечером просто... Ну, у меня сколько раз замечания делали, ну, не замечания, а вот мои подписчики, которые приезжают, с которыми я в дальнейшем еще общаюсь и дружу, они мне говорят: «Эмиль, у тебя все хорошо, но бывают моменты, когда ты, говорит, немножко что-то показываешь, далеко отходишь, а звук не слышно, посторонний, внешний звук слышно, а тебя немножко не слышно. И, скорее всего, тебе надо хотя бы какой-нибудь микрофончик купить». И я вот думал, я говорю: да, надо, и потом вот подумал, я вчера просто забил в интернете, YouTube, как обычно, YouTube рулит, в YouTube любая информация есть, в YouTube посмотрел, какие микрофоны хорошие, какие нет, я выбирал среди вот DJI и Rode или что-то такое, в общем, есть еще такой популярный тоже петлички, или как они называются, беспроводные микрофоны, в общем. Я вот почему-то решил DJI. Он самый дорогой. И я знаю, DJI уже проверенная марка, 100%. И вот сенсорный экран, прям удобно. Я вижу, что я там делаю. Сейчас я жду свою еду. Сейчас буду, наверное, вам еще дальше записывать, как, что. Я, кстати, здесь... Вообще в Турции, друзья, одна порция состоит там, если что-то вы заказали, там есть мясо, мясо кладут 200 грамм, это одна порция. В основном это вот так. Бывает в некоторых местах 150, 100 грамм, но это вообще очень мало. А в основном стандарт это 200 грамм. Но 200 грамм мяса для меня это мало, я беру 300 грамм мяса. Вот. То есть все, что салат и так далее, это то же самое, но мясо там 300 грамм. Вот все. Я ждал этого, когда придет. Это вот так. Чай. Hülya, bunun fiyatını videoda söyleyeceğim mi? Bir porsiyon. Yok, bir porsiyon. 115. Друзья, смотрите, это полторы порции, ну как сказать полторы порции? Все вот эти фрукты, то есть овощи, все то же самое, только мясо больше. Мясо здесь 300 грамм. А это 170 лир делает. А если стандарт это 200 грамм мяса, то 110 лир. То есть на 60 лир больше 100 грамм мяса. 100 грамм мяса, 60 лир.
Вот такой салатик, друзья, посмотрите. Я не знаю, вам видно, нет? Очень некалорийно и очень вкусно, кстати. Я много раз это ел уже, мне начало... Короче, я начал, друзья, есть вот такую какую-то полезную еду. Вот смотрите, здесь все есть. И капуста, и, получается, помидоры, и вообще все. Я обожаю Турцию вот из-за того, что вот зелени много здесь, и все свое. Кстати, друзья, я видел жуткие кадры вот в Египте, что творится, капец, жалко пацана, конечно. Здесь пока такого не было, дай бог, чтобы такого не было. И, кстати, я много раз слышал, что в Египте такое часто происходит. Блин, это опасно, конечно. Я всегда не любил дальше далеко заплывать, это вообще опасно, надо быть аккуратным. Все, друзья, я, наверное, этот буду кушать. Всем спасибо за внимание, извиняюсь, что так долго, я не знаю, просто я такой хотел ролик записать. Я хотел просто показать, что дай Бог, дай Аллах, буду очень много новых роликов снимать уже с хорошим звуком. Вот. По крайней мере, у нас уже отличный звук. Вот. Очень приятно, знаете, я вот очень... Для меня видеосъемка — это не просто видеосъемка. Я люблю делать контент, я люблю делать видео. Для меня это как создание фильма, как я, например, режиссер и так далее, себя чувствую так. Режиссер и актер. Короче говоря, к себя актером чувствуешь то, что я снимаю и так далее. Это очень приятно. И многие, когда тебя узнают, например, ты приходишь, тебе говорят: «О, Эмиль, привет, как дела?» А я его первый раз вижу, а он тебя уже знает. Он все уже про тебя знает, а ты его первый раз видишь. Такое, знаете, ощущение такое. Ну, очень приятное ощущение. И все. Вот. DJI рулит. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Эмиль Сулейман, наш канал «Русскоговорящий турок». Прошу подписаться на наш канал, оставить лайк, либо дизлайк, либо какие-то комментарии. В общем, лайк и подписка. Всем пока.